В Тобольске 19 марта состоится праздник Наурус-Байрам-Амаль. Таким образом, тюркские народы отмечают наступление весны. В Тобольске гуляния пройдут на базарной площади. В программе ярмарка «Тобольские ремесла», выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, выступления творческих коллективов. Для детей будет организована игровая площадка. Также пройдет флешмоб «Татрача-Жирлар» и традиционный обряд сибирских татар «Садака». Праздник начнется в 11:00.